Всем привет! В утренних лучах за моим окном, хотя не такое уж и раннее утро, на мой взгляд, 10 час. Вот, в утренних лучах висят зимние вещи, сушатся для уборки их, так сказать, на летнее хранение. Возможно, у вас за окном сейчас такая же картина. Ну вот, я и решила снять видео, кстати, по запросу, потому что такие вопросы мне задавали, о том, где лучше поселиться. Ну, хотя я уже об этом говорила, у меня есть рекомендации для туристов, видео, вы можете их посмотреть. У меня целых 3 части, там я говорю о том, где поселиться, ну, так можно выбрать не лучше, каждый сам решает, где ему лучше. Там, какую кухню попробовать, что посмотреть. Вы можете эти видео, я им вам ссылочку оставлю, взглянуть на них. А в этом видео я отвечаю на вопрос. У меня спрашивали, есть ли в Барселоне люди, которые сдают квартиры на время летнего отдыха. Есть, я знаю лично таких. Так что это русскоговорящие люди из наших, поэтому если вы с ними свяжетесь, проблем в общении у вас точно не будет. Квартира там трехкомнатная, в 9-этажном доме, на 5-м этаже, лифт есть. Есть Wi-Fi, есть телевидение, есть санузел у них, душ, кухня с плитой, стиральная машинка. Так что условия вполне себе комфортные, они сделали ремонт. И если кого-то это интересует, он может в конце этого видео посмотреть на фото и затем написать мне личное сообщение, а я уже дам контакты этих людей через WhatsApp, например, или Skype могу. Ну, в общем, там разберемся. И вы уже с ними подробно обсудите и там цены и сроки, потому что о таких вещах, сами понимаете, я в своё видео говорить не могу, чтобы это не было рекламой. Вот. Ну, так что имейте в виду эту информацию, если у вас есть время, желание, возможности финансовые, там прочие другие, посетить Барселону, то вы можете воспользоваться этой информацией, потому что есть люди, да, которые предпочитают гостиницы, а есть, хотят сами себе готовить, покупать там, допустим, продукты в супермаркете. Кстати, супермаркеты здесь с этой квартирой рядом, вот, метро, на котором можно добраться до центра города, на пригородные поезда пересесть, если кто-то хочет там, допустим, на побережье поехать, да, самостоятельно. Если люди любят самостоятельно путешествовать или там еще куда-то на какие-то там, я не знаю, здесь в окрестностях экскурсии. Ну, так вот, я думаю, для них, для таких людей это отличная возможность. Вот. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы, и я вас свяжу с хозяевами квартиры. Как утренние лучи пробиваются сквозь вещи и падают на цветы целыми такими снопами. Так, цветочное видео потом сниму, и остальные видео тоже потом. А это видео, можно сказать, по просьбе, по запросу. Так что пока, увидимся.